Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и я решил быстренько пробежаться по игре Soul Knight. Магические камни священные, они нужны для поддержания баланса в волшебном мире. Но однажды шайка негодяев похитила эти камни, и мир погрузился в хаос. Сможешь вернуть магические камни? Не знаю. Так, а вот и мы с кошечкой. Так, это у нас рогалик получается. Так, слушай, у нас, ну, в принципе, с кнопками все пучком. О, противнички. Блин, нажми на кнопку навыка. Давай с ними разберемся. Ну, а вы, друзья, в свою очередь, скажете свое мнение по поводу этой игры. Стоит ли вообще в нее играть? Так, переключить оружие. Ну да, такой андроидовский рогалик. Довольно миленький, простенький. Не знаю, как там дальше будет. Готово. И что мне делать? Уничтожь всех врагов. Это я сделал. Что там я... Мини-Узи? Вау. Я крутыш. Если закончилась энергия, можно переключиться на ближний бой. Сундук. Мачете. Вау. Так, погоди. А я Узи тогда, получается, выкидываю, да? Хм. Вот, мы можем переключаться, брать мачете и брать Узи. Ди-ди-ди-ди-динч. Так, тихо, это какие-то кабаны тут, аборигены. Оу, они, оказывается, еще и стрелять умеют. Так, это газ ядовитый какой-то, да, остается после них. По ходу дела. Ну, все пока легко и просто, вообще без проблем, друзья мои. Мачете. Всех раскидаю нафиг, ядрени фени. Готово. Двигаемся дальше. Сохраняй энергию в большинстве видов оружия. Угу, понятно. Зелье энергии. И ледник. Ого. Ледник. А тут вот что написано? А, ребят, ну это понятно. Короче, можно переключаться. В общем, подсказки. Типа обучения у нас сейчас. О, ледник замораживает. Ядрит. Тихо, 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 шаман. Блин, горелый. Давай, давай. Ну, у нас чуть-чуть, наверное. Где у него здоровье? Я не вижу. Слушай, он отгребает по полной программе. Готово. Так, что там выпало? Непонятно, что там выпало из этого сундучка, но что-то мы с тобой подобрали. Котик, ты где отстаешь? Так, портал. Чтобы получить постоянно действующее усиление, улучшай предметы в жилой комнате. Оу. Так, жилая комната у нас здесь. Рыцарь. Улучшить. Ага, у меня нету, да? Монет. Понятно. Я так понимаю, это все персонажи, за которых можно будет потом сыграть? Оборотень. Снова хочу попытать счастье, ага. Некромант, не ищу легких путей. Сохраняй энергию. Ну это понятно, это те же самые подсказки. Так, 1-1, обучение закончилось, что-то получается. Слушай, музыка прикольная. Ну музыка на уровне, опа. Это что, шахтеры какие-то, кроты? Кто вы? Слушай, а котик-то что делает, я не пойму. Хоть помогает мне чем-то? Да, слушай, он, по-моему, помогает. И причем... Ой, зачем так сделал? Так, шипы. А я не могу туда пройти. А, можно здесь все разносить. Какие-то шахтеры, маленькие йети тут бегают. Я так их буду называть. Готово. То есть, когда пишут нам готово, комната зачищена. Вот так вот получается, да? Сундук с монетками. Ага, уже ждут меня, охламоны. Так, они здесь, видимо, что-то добывают. Я вижу тележки с какой-то рудой или с какими-то осколками. Да-да-да, это шахтеры. Ну, нормуль. Короче, мы пока с тобой комнату эту не зачистим или вообще какую-либо, нас отсюда не выпустят. Вот в чем вся соль. Ну, слушай, мне нравится наша пушка, довольно неплохая. Готово. Ну что, отправляемся дальше. Портал. Выбери бонус. Ух ты.
Двойной урон от стихийных пуль при критическом ударе. Броня плюс один. Устойчивость к заморозке. Давай, наверное, вот это сделаем. Двойной урон я хочу. 1-2. Ух ты, а ты кто? Обманщик. Сбросить усиление? Зачем? Не надо мне ничего сбрасывать, парень. А это кто такие? Ох, ё-моё, тихо, тихо, родные. Не надо меня тут... Блин, все-таки пыльнул, а? Но эти уже посложнее. А ты что там застрял, родной мой? Давай я тебя уничтожу. Так, вот этот, ребят, плохой, который... Смотри, как котик мой там его бомбит, не дает ему ничего сделать. Сундук. Ух ты. Рок. Ух, ничего себе пушка. Давай протестим. Йоху, тихо, ребята, ракетами-то так нечестно. Причем самонаводящий. Тихо ты. Да ну, блин, что за... Что за расколбас идет, а? Так, убегаем. От этих ракет надо убегать. Все? Нет, еще один тут живехонький остался. Готов, готово. А, это мы с тобой восполнили здоровье. У нас 6 единичек здоровья, вот оно что. И 5 брони. Так, давай посмотрим, что у нас поджидает дальше. 1-3. Все чисто. А, чисто, конечно. Уйдё. Тихо, тихо, тихо. Не бегай. Если бы я еще не застревал на всякой... Воу. А ракет-то сколько много. И причем их, ребят, не подбить, только надо убегать от них. Слушай, врагов что-то слишком много становится. И причем это только начало игры. Готово. Ну, справился я. Справился, причем без проблем. Так, ой, ой, ой. Шипы какие-то тут прыгающие, да? Ну. Так, у меня вначале тратится броня, как я понимаю, а потом уже начинается тратиться здоровье. Но броню ее потихоньку... Нифига там! Какими-то осколками ледяными бомбят даже, ты видел? Готово. Разобрался. Нужно тут, ребята, усилять, наверное, оружие. Что-то еще делать. В общем, дофига чего тут можно, наверное, сделать. Опа. Так, таинственный торговец. Пузырь с усилением 1. А это лазерная терапия. И... Так, она что, даже не стреляет? Какая-то ерунда. Не знаю, ребята, что-то хапнул тут. А, у меня 3 пушки теперь. Смотри, тут найдется что-нибудь полезное. Я уже, по-моему, все подобрал. В общем, он просто здесь лежит, причем грустный такой. Мне его даже немножко жалко стало. Так, что дальше? Давай смотреть. Портал. Выбери бонус. Угу. Так, иммунитет к огню и взрывам. Так, число комбо ударов. Оу. Вот это я возьму. 1-4. Давай посмотрим, что тут. Ага, 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 конечно, конечно, блин. Я что-то собираю там от них, я не могу понять, то ли это энергия. Готово так быстро? Собрали что-то с тобой. А почему у меня здоровье всего 4 единички? Не понял, было 6, стало 4. Странно, блин, это пушка какая-то ерунда. Серьезно говорю. Даже старый пистолет, наверное, будет лучше, чем эта пушка. Так. Ой, я думал, сейчас могу отбежать назад, а за мной просто двери захлопнулись и все. Ну вот эта вот пушка, рок, мне нравится. Посмотри, она вот еще какие-то ультразвук такой создает, да? Видимо, он наносит урон дополнительный. Тихо! А ракета пульнула в меня, а? Ханорик. Все, зачистка прошла. Мы идем с тобой к порталу, я так понимаю, да? Окей. Карта здесь, ребята, у нас с правой стороны. Так что не заблудитесь. 1-5. Что за автомат такой? Торговый автомат. И парящий лазер. О! Стреляет. Тогда я лучше вот, вот так вот сделаю. Парящий лазер. Ну? О, так он летает. Смотри, он... Парящий лазер, он мне помогает. Прикинь, он за меня. В плане? Блин.
Бесплатно, да? Даже не надо было видосик смотреть? Прикольно. Это мне нравится. Я думал, там надо будет посмотреть видосик, тогда я воскрешусь. Что-то мне как-то быстро так забомбили. Это кто такой? Статуя паладина. Что я сейчас сделал? Я не пойму. Я что-то купил? Непонятно, что я вообще приобрел. Так, дальше нам куда? По карте вот сюда нужно. Блин. Заваруха. Тихо, тихо. Вот самое плохо, когда в какие-то закоулки попадаешь и из них фиг выбраться. Там тебя... О-о-о-о, смотри, что происходит. Все, я разбомбил их всех. Тут можно и вверх пойти, да? И налево. То есть непонятно, в какую именно комнату нужно идти, чтобы правильно. Но я вижу, тут снежки в меня кто-то бросает. Ага, ага, ракеты. Офигеть! Тут надо двигаться постоянно. Тут просто так простоять не получится. Где-то там втихаря. Ты это сам, наверное, видишь прекрасно. Снаряды, комки, вообще безумие, просто безумие. И это только начало игры. И у нас с тобой первый персонаж, за которого мы играем. А там еще, я так понимаю, будут новые. Сундук. Баскетбольный мяч? Не знаю, ребят. Давай-ка мы рок-то возьмем с тобой. Да, мы без пистолета обойдемся. Не знаю, что это за футбольный мяч. Так, что это у нас тут внизу такое? Какой-то рыцарь нарисован. Кристаллический краб-гигант. О, вот это босс, оказывается. Тихо, 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 тихо. Что он делает? Так, вызывает подмогу в виде крабиков. Ага, лазерами бомбит. Так, какие-то шипы ледяные выпускает. Ай-яй-яй. Так, я вижу здоровье у босса. Давай, 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 давай его. Слушай, а мечи-то вот эти неплохие. Они рикошетятся, друзья. То есть они от стенок отпрыгивают и так далее. Осталось совсем чуть-чуть, и босс будет повержен. Ну, давай, давай, родные мои. Неплохо. О, железная руда. Кристальный гриб. А для чего это все нужно мне? И вот еще сундук. Катана кристаллического краба. Ого. Так, блин. Слушай, ну катана прикольная штука. О, вот, у меня, оказывается, была защита. Ё-моё. Я даже ее не использовал. Блин, я не знаю, нужна ли мне эта катана. Вдруг она хорошая, а? Выбери бонус. Броня плюс один. Так, эффекты статуи активируются дважды. И увеличение запаса здоровья. Вот, здоровье нам нужно с тобой увеличить. 2-1. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня пока будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.